Всем привет и добро пожаловать в ролик с обзором хавки и напитков. Одна из постоянных рубрик на моем канале. И сегодня на обзор ко мне попала Пепси. Снова Пепси, но в этот раз со вкусом лесных ягод. Не удивляйтесь, что она такая огромная. Других размеров не было. Поэтому будем пробовать из 2-литровой бутылки. В маленьком стаканчике. Вроде мне в комментариях писали насчет этого вкуса, точно не помню, что вышел лесные ягодки. Давайте попробуем. Так. Кстати, из нее аж пар выходит. Ну или не выходит. Так, ладно. Как мы знаем, Пепси очень любит пениться вместе с колой на пару, поэтому... Придется немножко аккуратно наливать. Итак, вот она, Пепси. Запах у нее как у мармелады. Многие очень напитки со вкусом фруктов пахнут как мармелад. Причем очень вкусный такой. Качественный мармелад. Ладно, давайте пробовать. Ох, какая она сладкая. Подождите. Сейчас, один момент. А в ней сахара нет. Вот черти. Не положи... Ну ладно, не фруктовый этот самый. Низкокалорийный. Да тут их вообще нет, тут сахара нет. Понятно. Ну, я понял, почему такой эффект. Не впечатлительный прям вот. Потому что нет сахара. Но все же пить это, конечно, можно. Но восторг у меня не вызывает. Знаете, что напоминает? Если вы когда-нибудь ели, может, тут вот по картинку покажу. Червячки в сахаре. Да, обваленные. Вот по запаху и по вкусу они очень напоминают этих червяков. Но в отличие от Кока-Колы с лимоном, это Пепси каких-то эмоций таких ярких, особенных у меня не вызвало. Обычная, очень сладкая, со вкусом лесных ягод. Вот такая. Если вы обожаете Пепси, то я думаю, вам все равно понравится. Хотя, пишите в комментариях, пробовали вы ее и понравилась ли она вам. Ну а на этом все. Спасибо большое за внимание. Не забудьте оценить ролик и подписаться на канал. Увидимся в новом видео. Всем пока.